Здравствуйте. Ну, какие впечатления? Конечно же, самые лучшие и самые положительные. На самом деле, я на этой выставке принимаю участие не первый год. Я знаю эту выставку уже года 4, дизайн-конференции. И, конечно же, каждый год я говорю себе, что и в следующий раз я пойду на эту выставку обязательно, потому что у вас большое, огромное количество дизайнеров. Все положительно настроены, все хотят узнать что-то новое. Воспринимается вообще она отлично. Рассказываем о своей компании, дизайнеры узнают о нас, мы задруживаемся с дизайнером, и я призываю всех производителей, которые еще не побывали здесь, не поучаствовали здесь, принять участие, и вы получите колоссальный отклик от дизайнеров, вы получите огромную базу дизайнеров и будете продавать свою продукцию через них, продвигать ее. Профиль Дорс на сегодняшний день является ведущим разработчиком современных интерьерных решений, лидером по производству дверей и систем открываний. На рынке мы уже больше 20 лет. Компания находится в Новой Москве. Вообще у нас своя, конечно же, есть уникальная история развития со своими традициями, какими-то главными метками, такими как высокое качество, стремление к совершенству во всем, что мы делаем, этичность, экологичность по отношению к себе, к своим сотрудникам и к нашим покупателям. А, и условия для дизайнеров. Это такой важный вопрос. С 1 апреля, как раз с сегодняшнего дня, компания Profil Doors, именно фабрика Profil Doors, запускает клуб дизайнеров Profil Doors. Что это дает? Мы понимаем, как трудно сейчас дизайнерам отстоять свои как-то права, наверное. Мы это видим, мы это слышим, и поэтому для того, чтобы помочь нашим дизайнерам, правильно, чтобы с ними работали, правильно работали по агентским каким-то договорам, мы решили помогать нашим дизайнерам, решили отслеживать и включаться в какие-то сложные вопросы со стороны фабрики. Мы готовы обучать наших дизайнеров для этого. Мы ежемесячно организуем экскурсию к нам на производство. У нас огромный обучающий класс, огромный павильон с нашей выставкой. Он порядка 2000 квадратных метров, где мы показываем новинки, где мы рассказываем дизайнерам, как правильно считать, как правильно закладывать проемы, если там использована та или иная система открываний. Мы сейчас движемся в этом направлении, в работе с дизайнерами. Мы хотим, чтобы дизайнеры нас увидели, узнали, открыли для себя и полюбили, так как мы их любим.